Товарищи военнослужащие, мы еще в пути к нашей победе, долгожданной победе, но вот 8 лет прошли, и мы к ней уверенно идем. Всем желаю оставаться в строю и берегите себя. Украина зашла. Зашла и, по сути, здесь сделала одни из самых серьезных тогда укреппозиций, то есть из которых обстреливались наши населенные пункты. Поэтому вот так. А теперь, да, Широкино, ДНР. Товарищ Верховный Главнокомандующий, личный состав снят с боевого дежурства и для награждения построен. К награждению приступить. Есть. Александр Борисович, награждение будет. Слава народу ДНР. Жуданецкая народная республика. Информационно, здравствуйте, надо выигрывать. Потому что там украинские новости стоят такое вообще. По 80 самолетам в день сбивают. Если украинские новости посмотреть, то самого себя можно начать бояться.